Всем здравствуйте. Сходила в Пятерочку, кое-что прикупила. В основном все по акции, но все равно получилось на 1200. Хотя пакетик абсолютно небольшой. Ну и сейчас, конечно, покажем вам с моими маленькими, что купила, что мы купили. И вот что я сегодня накупила. Вот такие вот ребрышки сейчас в Пятерочке по акции. Ребрышки к пиву называются, но просто для тех, кто любит ребрышки. 140 рублей примерно вот так вот выходит. То есть 145 рублей за килограмм. Сейчас вот акция идет. Прям такая очень щедрая акция, можно сказать. Потом взяла также, тоже по акции, 99 рублей или 96 рублей. С пылу с жару блинчики. Вот такие блинчики мне нравятся. Вот эти вот с курицей. И в принципе за 100 рублей мне получается на 2 раза поесть. То есть хватает мне вот 3 блинчиков по за глаза. То есть на 50 рублей можно спокойненько перекусить. Вот фарш еще взяла. Без акции 140 рублей с чем-то. 142 или 143. Также вот сейчас еще по акции творожный сыр. Очень хорошо на бутерброды. По 90 рублей. 93 или 95. Вот. Также взяла чуть-чуть овощей. Помидорки маленькие. Зеленушку. Грибочки. И перчик. Хочу сделать их фаршированными. То есть, скорее всего, в ближайшее время сделаю. Ну, вот и хлебушек. Небольшой кусочек бородинского. Очень удобно, что вот такие вот маленькие упаковочки. И вот такой хлеб какой-то. Вот такой не брала. Еще городской называется. Вот, в принципе, накупила всего. Ну, мяса много купила. То есть, в принципе, по цене нормально. То есть, получилась вся покупка 1200. Потому что мясного, в принципе, много. И, в принципе, получилось, что мясного в 2 раза дешевле взяла. Что такие хорошие акции сегодня. Ну, вот такие у нас сегодня покупочки. Хвостики, мне кажется, говорят, давай делай ребра. Мы будем ждать косточки вкусные. Ну, а всем желаю хороших покупок и отличного настроения, конечно же.